Особое внимание следует обратить на площадь Праздничную. Эту территорию ждут большие изменения. Междуреченцы интересуются, что за забором, долго ли продолжится стройка. Успокоим, неудобства временные. Нужно потерпеть до августа 2020 года. Какой же станет Праздничная, расскажет Ирина Коваленко. К 2020 году площадь Праздничная преобразится, и в Междуреченске появится еще один новый торговый центр. Здесь уже ведется строительство. Это место давно планировали изменить. Идея торгового центра зародилась более 10 лет назад. Как рассказал Юню, владелец земельного участка, торговый центр возведут на площади 1400 квадратных метров. В новом здании будет место развернуться и предпринимателям, и горожанам. Приходить сюда можно будет не только за покупками. Например, для детей предусмотрят развлечения, кафе. По новой концепции площадь Праздничная также будет использоваться для проведения массовых мероприятий. А особенностью реконструкции станет сухой фонтан. Благоустройство этой площади уже задача властей. Как рассказали в пресс-службе администрации, Праздничная должна стать еще одной визитной карточкой Междуреченска. Проводить время с семьей одинаково приятно можно будет и зимой, и летом. К слову, изюминкой фонтана станет чаша, которую спрячут под землю. Струи же будут на поверхности. Такое решение позволит в зимнее время располагать здесь новогоднюю елку. Рассказали и о прилегающей территории. По задумке появится тротуарная плитка, цветники посадят деревья. Со стороны Дзержинского и Лукьянова запланированы парковки. Приведут в порядок и дома, прилегающие к площади. Вот это разве красиво, вот это разве празднично? Тут не выглядит ничего празднично. Ну, я думаю, как бы зеленая зона должна быть здесь. Вокруг торговый центр будет, ну, как типа парка, на что люди могли гулять. Торговый центр, зеленая зона, фонтан. Задача – это место должно соответствовать названию. Ждем Праздничную площадь.